Привет, я Валерий Привалов. Передо мной смартфон Blette F3, и сегодня я буду обновляться до версии 1.03 с SD-карты. Данное обновление появилось на сайте поддержки пользователей этого смартфона. Я скачал, распаковал и файл update zip поместил в корень SD-карты. Сначала зайдем в настройки. Вкладка дополнительная о телефоне. Номер сборки 101. Файл update zip находится на SD-карте. Вот этот файл. Выключаем телефон и переходим в меню recovery. Заходим в меню recovery. Для этого верхний край кнопки звука и кнопка питания. Появилась заставка, кнопку питания отпускаем, кнопку звука держим. Появилась робот с треугольником, нажимаем верхний край кнопки звука. И вот мы уже в меню recovery. Выбираем Apple Update from External Storage. И нажимаем кнопку питания. Попадаем в каталог на SD-карте. Выбираем файл обновления update zip. Нажимаем. Процесс пошел. Появилась надпись Install from SD card complete. И нажимаем кнопку пуск для загрузки системы. И перед нами загруженный рабочий стол. Если зайдем в настройки, на вкладку дополнительная телефоне. Вот, пожалуйста, номер сборки 103. Вайпа я не делал. Из особых отличий заметил новое приложение. Старт. Ну, это как бы локскрин. В общем-то, довольно-таки интересные. И в нем есть довольно-таки хорошие моменты. Но я пользуюсь другим локскрином. Вот таким. И как бы мне этот кажется более интересным. А так особых изменений я как бы не заметил. Была информация, что это обновление оптимизирует работу батареи. Но насколько это правда, сказать не могу. Вот с таким простым способом установки обновления 1.03 на смартфон Blette F3 я хотел сегодня вас познакомить. На этом заканчиваю. Всего доброго.